2018 год закончился, и пришло время выбрать лучшее, что было в... Никакие просмотры, никакие лайки, только ваш голос решает лучший контент в предложенных номинациях. Каждый день до начала февраля можно будет проголосовать ВКонтакте за лучшее видео и лучший стрим, а также за лучший танец, за лучшую песню, за лучшую инновацию и многое другое. Кроме того, для тех, кто старался весь год, неожиданный сюрприз. Они все автоматически становятся участниками конкурса. Автор лучшего фан-арта Евгений Лайфлайт в 2018 году получит VIP-статус на канале в Дискорде, а также подарочную карту в Steam на 750 рублей и возможность заказать один любой стрим. Автор лучшего фото, как я смотрю, Евгений Лайфплей получит ключики в Steam от таких крутых игр, как Hollow Knight, Metal Gear Solid 5 и Mega Man Legacy Collection. Лучший гость стримов получит VIP-статус на канале в Discord и безлимитные звонки на стримах в течение всего 2019 года. А лучший заказчик стримов 2018 года получит возможность составить самостоятельно одно расписание по своему вкусу. Так что участвуйте в голосованиях за лучшее, что было в 2018 году на Евгений Лайфплей. Зовите и приглашайте друзей в группу. Правда, любые накрутки запрещены и в принципе невозможны, потому что группа до начала февраля открыта только для подписчиков. Голосование разделено на несколько этапов, включая четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. В общем-то, подробности в группе смотрите. Ну а если все равно у вас остаются вопросы, то задавайте их прямо в комментах под этим видео. Всем желаю удачи и успехов, и пусть победу одержат лучшие.